Здравствуйте, гости и подписчики нашего канала. С вами Елена Василена. Тема сегодняшнего расклада – «Любит ли он меня?». Я думаю, эта тема очень многих заинтересует. Здесь у нас есть и будет два варианта. Первый и второй. Возможно, у кого-то из девушек на примете есть два молодых человека, поэтому вы можете рассмотреть первый и второй вариант для себя. У нас будет три позиции. Что он думает о вас, что испытывает к вам и дальнейшее его поведение. Первый вариант я буду делать на цыганском таро. Посмотрим, что молодой человек думает о вас. Ну, я могу сказать, что молодой человек думает о себе, даже больше, можно сказать, чем о вас. Он такой, я тут вижу его как бы такого основательного, такого серьезного мужчину, потому что, ну, как бы все такие короли, они основательные. Также я вижу, что у него много работы, и он погружен весь в работу на данный момент. Также могу сказать, что у него есть какие-то заботы, и, возможно, семейный бизнес, поэтому сейчас его, все его мысли заняты о деньгах, о каких-то проблемах, связанных с финансами. Ну и все его думки, как говорится, только об этом. Что он испытывает к вам? Здесь, вы знаете, такой случай, как говорится. Ему вы разбили сердце. Посмотрим. Ему вы разбили сердце. Он, конечно, делал на вас большую ставку. Видно, хотел с вами более серьезных взаимоотношений. Но по каким-то причинам вы ему разбили сердце. Вы знаете, я так думаю, что здесь такой вариант, что вмешался еще какой-то человек. И, по всей видимости, здесь был любовный треугольник, потому что здесь выпадает король колес, и был разрушен ваш союз. Видно, когда вы уже от друг друга получили то, что хотели, в какой-то момент кто-то из вас насытился друг другом и устал от этих взаимоотношений. Ну, я могу сказать, что да, здесь какая-то такая ситуация вечной борьбы. И, возможно, ваш молодой человек слишком много работал. Туз мечей говорит о том, что, по всей видимости, конфликтная ситуация будет улажена. Посмотрим, какое у него будет поведение по отношению к вам. Чем же эта вся история закончится? Ну, я могу так сказать, с этим человеком вы расстанетесь, это однозначно. Выходит так, что ни вы, ни он, ни герой романа. То есть ни вы ему не соответствуете, ни он вам не соответствует. Возможно, когда-то и были между вами отношения, но, к сожалению, теперь этот человек ведет, как сказать, ну, он ведет свои дела, занимается своей личной жизнью, его мечты никак не связаны с вами. А то, что я здесь увидела, на перспективу у вас будет абсолютно другой человек. Вот и все. То есть я вижу это так.
Ну, вы будете общаться как друзья, между вами будет мир, но это не говорит о том, что вы будете в каких-то отношениях с ним. Посмотрим, что у нас будет по второму варианту. Я его делаю на Таро «Зеркало судьбы». Что он думает о вас? Ну, я могу сказать, что это самая замечательная, прекрасная карта. Он испытывает к вам изобилие чувств. Он весь в эмоциях, весь в любви, весь в таких, знаете, как сказать, чувствах эмоциональных. Что он испытывает к вам? Вы знаете, между вами был недавно конфликт, по всей видимости. А конфликт этот был из-за разногласия в какой-то поездке. Могу сказать, что ваш молодой человек, он такой довольно-таки горячий. Он привык, как сказать, он привык добиваться своего, то, что он хочет. И он может быть очень такой импульсивный. Его дальнейшее поведение по отношению к вам. Ну, здесь Верховный Жрец у нас выпал. А эта карта очень замечательная. Эта карта говорит о том, что этот человек, он чтет свои традиции. У него такая забота, как сказать, будет проявляться по отношению к вам. Я так думаю, что он намерен сделать вам предложение руки и сердца, потому что, как правило, Верховный Жрец говорит о семейных традициях, о семейственности и о неженатых и незамужних людей. Он проигрывается как замужество. Да, потому что вы для него императрица, вы та женщина, которую он любит, хочет. И, собственно говоря, вы та женщина, которую он рассматривает в дальнейшем как свою вторую половину. Ну, вот такой онлайн-расклад был у нас сегодня с вами. Обращайтесь к нам, у нас есть акция. Всего вам доброго, желаю вам счастья, удачи и всего самого хорошего. С вами была Елена Василена.